самом деле сборная всегда хорошо, поэтому у нас хорошая атмосфера в команде здесь, и каждый знает, зачем он здесь, и все заряжены, все готовы. Я считаю, команда у нас в тонусе, в хорошем. Мы так много тренируемся, много над чем работаем. Матчи, которые сыграли, показали, что когда мы хорошо двигаем мяч, мы отлично играем. Сейчас на тренировках постарались еще больше внимания уделить деталям. Я думаю, что в ближайших матчах покажем лучшее качество игры. У нас уже конец сезона, и мы смогли посмотреть как раз два матча, которые ребята сыграли, поэтому где-то как раз посмотрели комбинации. В целом тренер объяснил, как нужно играть в защите, какие принципы, и поэтому уже сейчас работаем, в принципе, привыкаем. Хорошо, рад всех видеть, и, в принципе, первые пару дней ушло на то, чтобы вспомнить комбинации, вспомнить защитные действия, схемы, кто куда бежит. Так что, в принципе, по тактике готовы хорошо, физически тоже готов хорошо, потому что сезон закончился не так давно. Рад видеть всех ребят и работаем хорошо, усердно. Сейчас нам предстоит серия товарищеских матчей и потом главный турнир в Хорватии.